Шереметьев центр открывает свой 21-й выставочный сезон экспозиции художника Сергея Теплова. Настроение работ автора многие коллеги и друзья называют созвучным с фамилией мастера. Его акварели обладают особым теплом и добром, без лишнего восторга и какой-то злой ухмылки или насмешки. А это, несомненно, притягивает и привлекает зрителя. Вообще, таким художникам, как Сергей Теплов, сложно организовать выставку, потому что их работы очень востребованы. Допустим, известный всем, всемирно известный тренер по художественной гимнастике Ирина Винер, эти все работы уже все ее. Они все у нее, в ее коллекции, и она ждет, причем они выполнены в другом масштабе. И можете представить, что эти работы видят большие люди, большая аудитория. И поэтому они сразу уходят у художника, что называется, из-под пера. Работы, выполненные Тепловым в графике, тоже уникальны. В них много воздуха и прозрачности. Художник будто видит жизнь насквозь и одновременно дает зрителю возможность обновить свое зрение и душу. Эта работа – визитная карточка Теплова, и название у нее легкое, воздушное – «Ветерок». На иллюстрации собака, кстати, любимое животное автора, ловит свежий весенний ветер, а взгляд устремлен на просторы Южской Венеции. А эта работа – детский дом, по-своему дорога Теплову. Здесь, как отмечает сам художник, минимум выразительных средств, но максимум сюжетной выразительности. Вы знаете, вот у меня работы, наверное, не такие яркие, как в авангардном искусстве, а более сдержанные краски, такой подход очень такой аккуратный. Она лаконична, скупа даже вот так, очень такие неяркие краски, но для меня главное все-таки содержание. И образ иногда требует выразительности, такой вот, не красочный такой, не цветовой, а именно лаконичный такой подход. Сергей Теплов остается известен многим прежде всего своими лаковыми миниатюрами. Длительное время он проработал в Холлуе. Писал в основном исторические сюжеты. В последнее время обращается к теме старинных русских городов и памятников архитектуры. Художник также известен и благодаря своим книжным иллюстрациям. Многие писатели отмечают, что работать с ним одно удовольствие. Он не просто оформитель, а соавтор, чувствующий каждое слово. Иллюстрацией я стал заниматься, пожалуй, с книги Василия Бодрилева. Пером и скальпелем, вот здесь книжка есть. И когда он мне предложил проиллюстрировать его книжку, а поскольку мы земляки из Кохмы, книга о Кохме была, мне это было интересно. Вот. Ну, с тех пор я стал больше иллюстрацией заниматься, потом в журнале «Литературные незнакомцы» тоже сотрудничал параллельно. Это не столько денежная, конечно, работа, но она очень интересная. Мне очень понравилось, и многим понравилось по отзывам. Вот когда он увез в Москву эту книгу, 20 экземпляров, что ли, и распространил там среди элитных, так его пригласили сотрудничеству два журнала сразу. Иллюстрации делать, а потом он уже стал оформлять и другие книги. Сергей Теплов – ученик Валерия Бахарева, хотя и работает в реалистической манере. По его словам, Бахарев привил ему вкус к жизни, который художник чувствует до сих пор. Может, как раз за это коллеги и называют Теплова рыцарем двух качеств. Он лучше самого себя. Нина Сардейска, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.